Вундеркинд в теннисе. Диме Кузьминову всего 4, а он уже гордость Одессы, рекордсмен и надежда украинского большого спорта. Как тренируется самый юный теннисист страны, видели наши корреспонденты. Говорит, как ребенок, а в теннис играет по-взрослому. В 3 года Дима Кузьминов попал в книгу рекордов страны как самый юный теннисист Украины. Вскоре получил приглашение потренироваться в американской академии «Теннис Kids». Там его прозвали «бульдозером» за способности и силу. После месяца, проведенного в США, маленький одессит вернулся в родные края. Он готов работать на результат, говорит отец Димы, и идти к вершинам спорта. У Димы получается заниматься спортом. И он уже, в принципе, представляет нашу страну на международной арене. Он был в Лас-Вегасе в 4 года. И это очень серьезный результат. То есть это была не наша инициатива, это была инициатива, собственно говоря, как бы американских специалистов. И они настоятельно рекомендовали нам приехать туда, чем мы и воспользовались, и показали своего ребенка, как он тренируется в Одессе, да, и приехал в Лас-Вегас представлять Украину. Каждое утро Димы начинается с разминки перед тренировкой. Заниматься мальчик начал в 2 года, когда отец привел его на корт. Первые месяцы всего по 20-30 минут в неделю. Сейчас у ребенка 2 тренировки в день. Утром теннис, вечером физкультура. Обязательно растяжка идет, гимнастические упражнения, акробатические упражнения, в своем роде силовые упражнения. Но это не означает, что он там штанги таскает. Отжимания, подтягивания на турнике. Ну вот, собственно, такое общее развивающее упражнение, которое будет ему способствовать дальнейшему росту, дальнейшему развитию. Тренер Димы Елена Пласкина совершенствует мастерство мальчика. Он хочет выступать сразу на международных соревнованиях. Но принимать участие в турнирах можно только 7. А вот Дима в свои 4 уже профессионал, говорит тренер. Я не видела еще более координированно в этом возрасте ребенка. И еще меня поразило то, что вот мы начали с ним работать. Он слышащий, слушающий. То есть он настолько дисциплинированный, если его вот правильно развивать, с правильным подходом, в очень хорошего спортсмена. По нем это видно, что... И еще этот ребенок просто живет спортом. После каждой тренировки вместе подводят итоги. Чтобы получить 5, что надо делать? Тренироваться. Что, тренироваться? Как? Что надо? За замахом следить? Да. А ноги что надо делать? Бегать. Нет, а что надо? Сгинать. Конечно. Дима с отцом завели даже дневник по теннису, куда тренер выставляет мальчику оценки. За разминку сколько? Пятерочка. Хорошо. Удар справа, как ты думаешь, какой сегодня? 4, наверное. 4, наверное? А да. Почему не 5? Удар слева какой был сегодня? 5? Ну, слева хорошо сегодня, согласна. Я буду чемпионом. С юным чемпионом общались Татьяна Лесничук, Евгений Руденко, 7 канал.